Кто там двигается? Поперли наши городские. Походу вы взяли не 40-ую Джинету, а 5-ю, GT5. Блин, а что там с этой самой, с обратной связью-то чё? Она легкая тут вообще. Она у нее легкая, да, в этой машине. Ну, ребят, там можно побыстрее. Сергей сказал добро. Не трогайте меня, я сейчас сам ушатаюсь. Я вообще даже тебя даже не произношу, не вспоминаю. Не сажусь к тебе в машину, ни в багажник, никуда. Так, ну и МСА у нас тут все стабильно. Стабильно в конце. Серег, ты на черный с желтенькими, да? Ну да, какую дали. Блин, я же добазарил, чтоб тебе синюю дали. На этой машине. Машине, да. Как оказывается. Серега! Я устал. Я понял. Хочу любви. Как ты сегодня сказал про эту, про собаку, когда проапгрейдил, или как там? Качал все в удачу. Да. А интеллект нафиг. Адекал уже у себя на стене ВКонтакте, блин. Такой видос классный. По-моему, это вот этот поворот, нет? Нет, нет. Следующий. Все. А лучше просто посмотреть, как группу Б ездили. Как там люди уворачивались. По-моему, я его нашел. Этот вот поворот. Я не знаю, как его описать. Нет, нет, следующий. Вот этот. Нет. Вот сейчас вот. О, у нас тут плотненькие гоночки-то начались. А. Нормально. Так. Блин. Это кто у нас там? Ну, нормально вернуться на трассу. Пожалуйста, здесь оттормозись. Все, молодец. Я развернул МСА. Ну, МСА можно, в принципе. Главное, сам не развернулся. Все хорошо. Там борьба такая была не на шутку. А то Андрюха как-то вольготно себя чувствует так. Так, почему-то все четверо, кроме лидера, получили штрафы, предупреждения, непонятно почему. Я нормально. Штрафы отключены. Так, Игорек. Знаю, учит раз. Все прям поехали. Андрюха, а ничего, что ты Серегу развернул? Все прямо поехали. Не ждан поворачивать. Ну ты там смещаться начал. Ладно, я сейчас в твоей машине. Если что, там дерну ручник тогда. Давай. Так, Ветель, молчи. Молчу. Ой. Ну, трассу я, конечно, так вспоминаю, но, блин, вот где там ускоряться, конечно, надо ее учить. Так, Русланчик у нас идет нормально, стабильно, хорошо. За ним Костян. Ну, я так понимаю, Костян сейчас уже идет в атаку. МСИ. Я так и не понял, то ли он сейчас хорошо смотрит по сторонам, то ли ему просто повезло, что он сейчас избежал столкновения с Костиком. А второй идет, да? Да. Игорь, давай ты вообще не будешь общаться, просто едь. О. Так бы и сказал, заткнись. Ну, я просто хочу, чтобы все нормально было. Так. Блин, ну тут борьба. Аккуратненько. Костик, конечно, он пока видно товарищ с опытом, он прочувствует противника. Опытный он или просто дебилоид. Но МСА нормально, достойно, он как бы так
Движок какой-то тихий. Руслан. Андрюша у нас, как всегда, в своем репертуаре. У него не работают тормоза. Нет, движок, я говорю, тихий. Ой. Так, это тебя... Блин, да что ж такое-то? MCI-чик это тебя. Не, я, конечно, понимаю, он выезжал. Но у тебя была похожая ситуация, как с Серегой. Так, ну ладно, у нас всеми правдами и неправдами Андрюша на третьей позиции. Опять он нахер сносит. Я сегодня герой дня. Я не знаю, что с тобой, Андрюх. Что ты у тебя с тормозами? Так, ну Андрюх у нас поступает по гоночному, отдает позицию. Костян второй. Я, пожалуй, остановлюсь на втором. На второй позиции. А про первую позицию я не буду говорить. Дайте доехать человеку. Просто я не хочу даже сглазить банально тупо. Будем сам считать. Кончику сезона. Будем считать, что. Никого нет на первом месте. Да, первый у нас по-прежнему Костян. А на втором Андрей. На первом Виталий едет. Ну, естественно. Как Мишка на свадебной машине. Так, Руслан. Ну, Руслан у нас, кстати, нормально едет, и Серёжка тоже. Они добивают, сокращают время. MCI потерял управление и разворот. Ничего не вижу из-за дыма. Сука, жалко. Жесть. Дым тут, конечно, жесткий. Серёга, да, у нас сейчас сквозь дым. Я просто не знал. Пробрался. Что-то.